Don, my first question is for you. As you embark on your fourth mission, how has your perspective on space exploration and Earth's place in the universe evolved over your missions? Your perspective on Earth matures, but it stays central to what your fundamental beliefs are. And my next question is for the Prime crew. I just wanted to see what science you guys are all looking the most forward to. Да, перевод первого вопроса для Дона. Дон, вы собираетесь в свой четвертый полет. Как изменялось ваше представление об исследовании космоса и о месте планеты Земля во Вселенной за время ваших полетов? Ответ, что на протяжении всех трех моих миссий основной становится идеей в том, во что я верю. И второй вопрос для всего основного экипажа. Какие научные эксперименты и какая научная программа вас ожидает в этом полете? В нашем полете за время нашей экспедиции запланировано 42 эксперимента. У нас три из них начинаются впервые и будут выполняться на борту станции. Остальные эксперименты мы будем продолжать. Как правило, это биология, биотехнология, эксперименты по дистанционному зондированию Земли и разные другие. Сейчас 30 минут, прием, 80-й. Принесла, оказалось, пуск, сейчас 30 минут.